Здравствуйте, дорогие ребята и родители! Сегодня у нас будет занятие по развитию речи на тему «Весна идет, весне дорогу». Ребята, какое у нас сейчас время года? Правильно, весна. А как называются весенние месяца? Март, апрель, май. Посмотрите, в марте ребенок еще одет в куртку. В апреле на ребенке только кофточка. А в мае наш мальчик одет только в футболку. Ребята, какие изменения происходят в природе весной? Тает снег. Дни становятся длиннее, солнце греет, расцветают первые цветы, на деревьях появляются почки. Посмотрите, какая красота наступает вокруг с приходом весны. Какая же весна? Опишите ее. Молодая. Теплая, зеленая, душистая, солнечная. Ребята, посмотрите на экран. Что же случилось с солнышком? Оно очень грустное. Тучки закрывают солнышко. Давайте поможем ему. Подуем на тучки, чтобы они ушли поскорее. На счет три все вместе дуем. Приготовились. Один. Два, три, дуем. Молодцы, ребята, продолжайте дуть на тучки, они отступают. Ребята, вы молодцы, справились. Вы посмотрите на солнышко, оно с одним лучиком. Давайте поможем солнышку восстановить лучики. Будем называть слова, которые отвечают на вопрос «какое?». Солнышко какое? Ласковая. А теперь давайте вы, ребята. Солнце какое? Круглое. Ой, ребята, посмотрите, у нашего солнышка появляются лучики. Солнце какое? Теплое. Солнце какое? Желтое. Солнце какое? Лучистое. Посмотрите, ребята, наше солнышко повеселело. Расправила свои лучики и стала обогревать. Давайте поиграем с ним. А сейчас мы проведем гимнастику для глаз. Следите за солнышком своими глазками. Молодцы! Ребята, наше последнее задание с вами называется «Назови ласково». Например, ручей, ручеек, лист, листочек, трава, травка, пень, пенек, лес, лесок, лук, лужок, река, речка, солнце, солнышко, цветок, цветочек. Молодцы, и с этим заданием справились. Но наше время подошло к концу. Надеюсь, занятие вам понравилось.
До свидания, ребята, до новых встреч. С вами была я, Дунара Исмаиловна.